прибавлении петель по краю полотна. Вот я связала два ряда столбиками с одним накидом. Теперь мне нужно расширить это полотно. Я делаю подъем, вяжу столбик с одним накидом. Обратите внимание, то есть вот петли подъема у нас равны первому столбику. Фактически я связала два столбика вместо одного. Дальше вяжем также. А вот другой край полотна мы будем расширять сильнее. То есть с одного края я буду прибавлять по одному столбику, а с другого по два. То есть вот в последний столбик я свяжу три столбика с одним накидом. И дальше также буду в каждом ряду добавлять вот с этой стороны один столбик, с этой два. То есть делаем подъем. Для того, чтобы у нас вот тут не стягивало, можно добавить еще одну петелечку. И в первый столбик вяжу еще два столбика с одним накидом. Середину полотна я вяжу ровно, то есть просто столбиками с одним накидом. Когда вязание дошло до другого края, я вот в последний столбик вяжу два столбика с одним накидом. Что мы видим? Мы видим, что получается расширение с обоих сторон. Но с одной стороны оно более плавное, а с другой более резкое. Если вы делаете вот такое резкое, то здесь нужно вот в последнем столбике добавить еще один накид, чтобы не стягивало. А там, где добавляется по одному столбику, там, в общем-то, все нормально получается. Давайте сделаем еще один ряд. Вот вы видите, с одного края у нас идут прибавочки очень такие постепенные, другого прибавки резче.